Доброго дня всем болельщикам, любителям футбола. С вами комментатор Роман Леонтьев. Рады приветствовать вас на стадионе «Спартаковец». Зимнее первенство Москвы по футболу. Нейлига. Встречаются команды «Родина» и «Смена». Команда 2012 года рождения. Первые составы. «Родина» играет в светло-синей форме. Команда «Смена» играет в ярко-салатовых цветах. Вот коллективы на ваших экранах. И арбитр матча готовится вводить соперников к началу этой встречи на традиционное приветствие, построение. И я пока познакомлю вас с составом «Родины». Номер 17 – Илья Алешин. Номер 34 – Егор Бабич. 24 – Олег Базаркин. 26 – Александр Качмазов. Номер 7 – Тимофей Катанов. Два вратаря у первого состава «Родины» – Павел Кривошеин и его тезка Павел Новиков. Но, судя по всему, по предматчевой расстановке, Новиков будет начинать игру в стартовом составе под номером 25. Номер 15 – Адриан Ли. Восьмой номер – капитан команды Иван Хныкин, 21-й Марк Макаров, 27-й Макар Шепеленко и 29-й Тимофей Яковлев. Главный тренер команды Александр Сергеевич Денисенков. Все готово практически уже к началу матча. Два увлекательных тайма по 25 минут проведут на поле стадиона «Спартак» и соперники. Напомню, что в текущем турнирном положении у команды «Родина» 2012 года 3 набранных очка. В первом туре обыграли команду «ФШМ» со счетом 5-3 и во втором туре проиграли московскому «Спартаку» в упорнейшем противостоянии со счетом 1-2. Очень хороший матч, кстати говоря, со «Спартаком» провел как раз Павел Новиков. И наверняка, может быть, в инстаграме у Павла видели нарезку интересных моментов с его яркими спасениями с этого матча. Но вот немножко в концовке не повезло футболистам «Родины». Был шанс сравнять счет. Александр Качмазов не реализовал пенальти. Мы помним этот матч прекрасно. Ну да, там «Родина» в целом наиграла на ничью. У «Смены» пока одно набранное очко, но соперник очень непростой. С таким же счетом 1-2 в первом туре проиграли «Спартаковцам». Во втором туре сыграли в ничью 1-1 с «Локомотивом». Очень дисциплинированная и такая команда с высоким уровнем самоотдачи. Посмотрим, как сегодня сложится игра. Пока последнее приготовление соперников к этому матчу. И, судя по всему, поменяются они половинами поля. Да, вот ворота ближние. Нас с вами будет защищать как раз Павел Новиков. Ну и смотрим, как «Родина» собирается в круг, дабы произнести свой боевой клич, настроиться уже основательно на эту игру. Ну и посмотрим сейчас по расстановке, какие позиции на поле будет занимать. В атаке, судя по всему, Тимофей Катанов под номером 7 и Марк Макаров под номером 21. Это фланги, левый и правый, соответственно. На острие атаки в роли центрального нападающего 34 номер Егор Бабич. На позиции центрального защитника Олег Базаркин под номером 24. Слева в обороне 27-й Макар Шепеленко. И справа под 29-м номером будет играть Тимофей Яковлев. Вот Шепеленко с мячом. Передача вперед. Но здесь соперник сразу же вступает в отбор. И опять через Базаркина, через центрального защитника развернули. Яковлев продвинулся по флангу. Передача Макарову. Здесь Макаров пытается использовать свою скорость. Но соперник пока выносит мяч ближе к центру поля. Пытается «Смена» организовать атаку. Сразу же активно «Родина» вступает в отбор. Серия неточных передач. Снова Яковлев, немножко не глядя, отдавал пас вперед. Там уже находился защитник. Мяч перехватили. Макаров на фланге создает активность. Еще один прострел. Пока центральные защитники «Смены» с вот этим прострелом Макарова справляются. Ну, здесь уже завозились футболисты «Родины» с мячом. Потеря. Приходится возвращаться в оборону. Быстро отработали на фланге. Мяч отобрали. И через этот же правый фланг, через классическую стенку провели хорошую комбинацию. Подача последовала на противоположный фланг слишком высоко. И Тимофей Катанов не дотянулся до этого. Не добрался до этого мяча. Из-за боковой вводит мяч в игру команда «Смена». Напомню, да, в формате 6+1 играют соперники. 6 полевых игроков, соответственно, и вратарь. Борьба на фланге. Мяч завис немножко в воздухе. Вот сейчас опустился на землю. Пока ни одной из команд не дается им завладеть. Ну и Базаркин подсказывает партнерам, что немножко пошире нужно расставиться, дать возможность чуть растянуть соперника. И вот перевод на фланг. Яковлев высоко. Видите, да, из ворот вышел сейчас Павел Новиков. Готов тоже поучаствовать в этой атаке. «Родина» с первых же минут завладела мячом. Ну и вот здесь подкат приходится переступать нападающему. Это был на правом фланге опять же Марк Макаров. Защитник «Родины» пытался за счет индивидуальных действий. Вот, защитник «Смены», конечно, продвинулся вперед. Но здесь футболисты «Родины» хорошо прессинговали после потери мяча.
на чужой половине поля, вступили в отбор, что мы видим на протяжении уже третьего матча к ряду. Очень хорошо, команда высоко прессингует. Базаркин, он здесь совершенно один, можно с Новиковым обыграться. Но решил вот так перевести мяч на Макара Шепеленко. Через левый фланг немножко поатаковать. Мяч до Катанова пока не часто доходит. Опять Базаркин. Неудачная передача. Но Тимофей Яковлев мяч в поле все же сохранил. Отдал пас вперед. Борьбу очень хорошо. Из этой борьбы выбрался Макаров. И опять вот на своей скорости от двоих ушел. Но здесь хорошо у смены сработала постраховка. Центральный защитник сместился на левый фланг. Успел в подкате выбить мяч на угловой. Ну, посмотрим, кто будет стандартное положение исполнять. Ну, вряд ли пойдет Базаркин с позиции центрального защитника. Все-таки рискованно эту зону оставлять. И да, вот нападающим. Доверил мяч разыграть на коротке. И снова угловой. Ну, будут замены сегодня. У Родина очень много вариантов для усиления игры как в обороне, так и в атаке. Пока все складывается неплохо. Пока команда владеет мячом. Ну и вот Павла Новикова подключили к игре. Новиков переворачивает мяч на правый фланг. Там Яковлев. И снова немножко в борьбу Марку Макарову. Но здесь по-другому никак. Приклеился к Макарову защитник. И приходится ему часто работать корпусом. И за счет индивидуальных действий один в один обыгрывать соперника. Не всегда получается, но неплохие подходы есть. Вот такой рикошет. И здесь за мяч может Катанов поцепляться. Но сориентировались. Два сразу вы видели, да, защитника смены. В борьбе с Катановым, и один из них все-таки решил не рисковать, выбил мяч за боковую линию. Пока 0-0. Ну и минут 5 в начале этого матча соперники отыграли. За боковой. Есть варианты, можно спокойно отыграть мяч назад защитнику крайнему, но вперед пошла передача, опять в борьбу. И пока смена, вот то, о чем мы говорили, команда очень дисциплинированная и в первую очередь грамотно обороняющийся, разряжает обстановку. Покинул мяч в пределах поля. Может, придется подождать его возвращения в игру. Небольшая пауза. Ну вот сейчас уже Макар Шепеленко вводит мяч из боковой. Базаркин с позиции уже левого крайнего. Отдает передачу назад. Павел Новиков с мячом. Смещается на него нападающий. Хороший перевод на правый фланг. Опять же, свободную зону, фланг, такая разрезающая диагональ получилась у Павла Новикова, но здесь не удалось партнеру по команде мяч обработать. С боковой играет смена. Пас в центр. И снова борьба, и снова Базаркин выигрывает эту самую борьбу на втором этаже. Не раз мы отмечали у него это качество. Хорошо выпрыгивает, здорово цепляется за верховые мячи. Большое скопление игроков здесь, опять же, в зоне мяча. Непонятно пока, кто им завладеет, но вот потащили мяч футболисты Розины пока любимым правым флангом. Еще один проход, еще один прострел, стелится защитник, и, судя по всему, мяч в руку. Но попадает, да, арбитр назначает штрафной удар. Ну вот здесь можно уже подумать о каком-то интересном розыгрыше. Попробовать прямым ударом выражать ворот соперника. Ну, угол, наверное, все-таки слишком монстр. Да, по сигналу просит разыграть штрафной футболисты Родины. Отдвигает арбитр стенку. Ну и здесь нужна хорошая передача. Сейчас штрафной площадкой соперника пытаются открываться нападающие. И врывается Олег Базаркин в центральную зону. Мне кажется, что именно ему эта передача была. Нет, был Макар Шепеленко. И вот сейчас дальний удар Шепеленко. Зависает мяч в воздухе, свечка такая. Получилось, вратарь не стал этот непростой, сложный мяч играть руками. Кулаками решил выбить на угловой. И, наверное, не ошибся в своем решении здесь. Главное было сыграть надежно. Подача, хорошая подача. Удар защитник принимает на себя. Будет ли добивание? Остается мяч штрафной площадки смены. Но вот здесь уже прозвучал свисток арбитра. Видимо, все-таки с нарушением правил пошел в отбор. По-моему, как раз Тимофей Катанов, номер 7. И смена получает право на штрафной удар. Самоотверженно, очень самоотверженно бросился защитник под мяч. Удар был с близкого расстояния. И наверняка голкипер уже не смог выручить свою команду. Невероятно сложно было среагировать. Передача налево. Сразу в отборе. Защитник Макаров падает.
и фиксирует арбитр нарушение правил, притом именно со стороны Марка Майкарова. Он руками первым сейчас от себя отодвигал защитника смены. Яковлев на опережении, хорошо, передачу прочитал. Но мяч останется у соперника, конечно, от ноги Тимофея, покинул пределы поля. Базаркин вступает в отбор, но вот здесь уже Павел Новиков нет, все-таки решил не выходить из ворот, оставил этот мяч Макару Шипиренко. И вот сейчас приходится вот в таком непростом прыжке переводить мяч на угловой. Ну, Шипиренко тяжеловато было играть, неудобная высота. Посмотрим за стандартным положением у ворот Павла Новикова. Оставил одного защитника на ближнюю штангу. Подача. Ну и здесь Новиков сыграл. И можно контратаку провести. Пас направо. Успеет Марк Макаров к этому мячу. Подкат защитника. И тянулся за этим мячом тоже в падении Марк Макаров. Он, кстати, на мяче оказался первым. И защитник смены, по мнению арбитра, правил в этом эпизоде нарушен. Штрафной удар. Но так как не было там у Родины перспективы продолжения этой атаки, арбитр все-таки дал свисток. Шипиренко налево. Катанов. Перевод в центр. Все очень плотно здесь пока у смены. Не проходит передачи на коротке. Пытался Катанов с левого фланга практически уже с лицевой линии прострелить. Мяч с ноги свалился и ушел за пределы поля. Отворот. 0-0 по-прежнему. Держит напряжение игра. Но Родине очень важно как можно быстрее открыть счет в этом матче и уже тогда заставить смену немножко раскрываться. А, как правило, хорошо обороняющий соперник очень не любит переходить в фазу атаки, оказываясь в роли проигрывающей команды. Здесь поэтому фактор быстрого гола имеет большое психологическое значение для команды, именно владеющей мячом, каковой сейчас и является Родин. Передача в центр. Выходит смена из обороны в атаку. Хороший пас, но успеет, должен успеть. Шипиленко и назад. Новиков. Сильно вперед передача. Зацепиться за мяч получилось. Ну вот, видите, да, крайние защитники баллисты смены ничего стараются не придумывать, ни через какой-то мелкий средний пас выходить из обороны в атаку. Сразу длинная передача вперед на центрального нападающего. И там искать свободные зоны, чтобы бежать, потому что, конечно же, защитники Родины в атаку поднимаются довольно высоко. Голкипер выводит мяч в игру. Хорошая игра на опережение снова. Катанов пошел в обыгрыш, пошел. Но здесь тяжело пробиться через чистокол ног защитников смены. Последовал дальний, немножко неподготовленный удар, если я не ошибаюсь, в исполнении Тимофея Яковлева. Неточный. Мяч рядом с ближней штангой пролетел. Но там голкипер ситуацию контролировал. Да и не самый сильный получился удар. Передача вперед. Вот такие, да, отскоки мяча. Вот такие чирки, так называемые, головой. И здесь пришлось реагировать Павлу Новику. Выходить из ворот, выбивать мяч ногами. Значит, нападающий забегал сейчас за спину защитнику. Есть, да, есть свои наработки у смены. Знает эта команда, во всяком случае, как контратаковать. Пока не совсем получается атаковать именно позиционно. Яковлев выбивает мяч вперед. Борьба. Вступает в эту борьбу и Шипиленко. И Бабич здесь оказался. Пришел защитник своим помогать. Но вот сейчас у смены некое подобие такой уже осмысленной хорошей атаки получилось. И заработали опасный штрафной футболисты в салатовой форме. Посмотрим, как будут разыгрывать стандартное положение. Ну, здесь тоже по сигналу выстраивает стенку сейчас Павел Новиков. Обращаем внимание, да, вот он ближней штанги. И по этой ближней штанге как раз стенку уравняет. Еще влево просит подвинуться. Стенки три игрока. Смотрим. Разбег, последовал удар, но мяч летит выше ворот. Ну вот к этому таки удару, конечно, Павел Новиков был, в принципе, готов. На всякий случай прыгнул, среагировал, но не пришлось ему полноценно вступать в игру. Останавливает игру арбитр, там дал им возможность провести командам небольшие смены и по сигналу сказать, что Павлу Новикову нужно будет мяч в игру уводить. Тут не знаю, как бы немножко не сливается ли вратарская форма Павла Новикова с формой футболистов смены. Имел смысл голкиперу предоставить какую-то так называемую манишку, да?
Может быть, об этом сейчас как раз арбитр и говорит главному тренеру Родины Александру Сергеевичу Денисенко. Нет, так или иначе, игра возобновляется. Сильная передача вперед. Вот 17 номером Илья Алешин появился на поле. И тоже, кстати говоря, по-моему, на позиции центрального нападающего будет играть. Потому что пока Олег Базаркин на своем месте, на месте центрального защитника. И, видимо, отдыхать пошел Егор Бабич. Возможно, не он один. Да, вся тройка нападения сменилась у Родины. Здесь нарушение правил. Очередное, ну, вы видели все сами прекрасно. Переложил мяч Александр Качмазов под правую ногу. И сам же устанавливает сейчас на газон, чтобы разыграть штрафной. На левом фланге атаки будет играть Адриан Ли. Под номером 15 он появился. На поле стадиона «Спартаковец». Ну и смотрим, какое решение сейчас примет Александр Качмазов. Он ярко выраженный левша. И удобно сейчас мяч стоит у него под левой ногой. Бег и удар. Стенка принимает на себя. С мячом Родина остается. Но здесь очередной свисток арбитра. Видимо, игрок, выпрыгивающий из стенки, сыграл рукой. Еще один штрафный. Теперь чуть поближе. Брались еще более удобная точка для Александра Качмазова. Очень удачно сейчас стоит мяч. И высок, да, соблазн закрутить его туда, в дальнюю девятку. А может быть, даже и в ближнюю. Посмотрим, как Качмазов распорядится ситуацией. Разбегается Александр. Удар. Низом под стенку. Добивание. Гол. Счет матча открыт. И смотрим, кто попадает в объятия своих партнеров по команде. Если я не ошибаюсь, это Олег Базаркин. Ну вот это чутье на такие моменты, на добивание, да, у Олега Базаркина на самом деле на высочайшем уровне. И вот сейчас похожим голом он отметился в ворот команды ФШМ в первом туре. Аналогичная ситуация. Качмазов тоже классно, конечно, перехитрил футболиста смены. В первой ситуации пробил верхом, сейчас низом под стенкой. Вратарь среагировал, но дальше уже Базаркин оказался самым расторопным. Штрафной площадке соперника. 1-0. Родина выходит вперед. Есть долгожданный первый мяч футболистов Родины в этом матче. И еще одна голевая ситуация могла возникнуть, если бы Адриан Ли чуть побыстрее оказался на мяче. Тройку защитников пока Александр Сергеевич Денисенков не меняет, оставил. Стартовый состав, передача вперед. Попытка завладеть мячом, но там Алешин с позиции центрального нападающего сместился во фланг. Смена выбивает мяч по бровке, но он уже покидает пределы поля. Арбитр назначает аут в пользу Родины. Шепеленко. Адриан Ли здорово поставил корпус. И вот здесь, конечно, нарушение правил было со стороны защитника команды. Смен подталкивал он Адриан Ли в спину. Макар Шепеленко у мяча. Нет, все-таки оставил Базаркину. Ну, здесь, да, вот Базаркин как раз-таки, в отличие от Качмазова, ярко выраженный правша. И для него удобная позиция. Будет забавно, если сейчас пробьет Базаркина. Добивание первым окажется Качмазов. Но Базаркин и прямым может попасть. Хороший удар. В дальнюю девятку мог опуститься мяч. Чуть перекрутил его автор. Пока единственный забитый мяча в этом матче. Но удар был очень неплохим. Атакует смена. Хороший проход. Удар. Опасно. Как-то очень легко сейчас дали восьмому номеру проскочить по флангу. Зона ответственности Макара Шепеленко. Ну и Базаркин не успевал страховать, потому как он стандартное положение исполнял в предыдущей ситуации. Но обошлось. Удар в ближний угол у крайнего правого нападающего смены не получился. Счет остается прежним. 1-0. Родина впереди. Подсказали сейчас Павлу Новику, что слева открыт Макар Шепеленко. Он туда и отдал передачу. Шепеленко мяч потащил вперед сам. Ну, здесь уже в подкате футболисты смены отрабатывают. Ну, кстати говоря, мячик на ней игрока Родина. Хорошая передача вперед. На левом фланге развернулся Адриан Ли. Кратки обыгрались с партнером. Сейчас назад под удар.
Удар не последовал. Решил Родин пока взять мяч под контроль. И вот направо. Качмазов. Ох, какой умница, как красиво обыграл соперника. Передача в центр. Чуть в недодачу пас. Или партнеру нужно было порезче выскакивать немножко на опережение. Появился, кстати говоря, на поле Хныкин Иван под номером 8, судя по всему, на позиции центрального защитника. Еще один удар. Прекрасно играет голкипер смены. Вот сейчас струнку буквально вытянулся и сложный удар парировал. 0 Родина впереди, продолжает команда в концовке первого тайма. Оказывается, колоссальное давление на ворот соперника. Очередная смена составов. Теперь уже, наверное, и Катанов вернулся на поле. Передача в центр. И назад. Павел Новиков выходит из ворот. Пока его никто не прессингует, отдает передачу направо. Еще одна передача последнему защитнику. Перевод на левый фланг. Шепеленко. Шо Катанов берет игру на себя. Обыграл. Классный перевод направо. Здесь совершенно один оказался крайний защитник. Можно входить в штрафную площадку соперника. За счет дриблинга почти получилось. Снова передача в центр проходит. Шепеленко. Не получилось у него пас на левый фланг. Немножко ковырнул по газону в момент передачи. Базаркин переворачивает его направо. Снова Яковлев, Базаркин и Шепеленко. Восстановилась тройка защитников, начинавших игру. В первом тайме Новиков. И опять направо. Ну вот так немножко гоняют смену по полю футболисты Родины. Шепеленко. Хорошо. И вот она, передача в свободную зону. Вот таких в первом тайме, наверное, еще пока не проходило. У Родины очень хорошая была задумка. Это Егор Бабич ее исполнял. Стартовая тройка нападающих вернулась на поле у Родины. Ну а справа Марк Макаров. Вот такие передачи не должны проходить. Зацепился за мяч нападающей смены. Пас в направлении дальней штанги. И там чуть не успевает партнер выскочить из-за спины Макара Шепеленко. Но очередной такой тревожный звоночек у ворот Родины. Павел Новиков с мячом. Показывает партнер, что нужно подниматься повыше. И сильную передачу делает вперед. Убивает футболисты смены. Вот опять вот этим правым флангом смена атакует. Прострел, но точно в руки Павлу Новикову приходит мяч. И опять в длину играет Новиков Макаров. Отскок в центр не самый удачный, но можно продолжить атаку. Марк Макаров набирает скорость на правом фланге. Идет в лицевую линию. Далековато. Все-таки отпускает мяч от себя. Не хватило немножко здесь пространства. И отворот. 1-0. И вот сейчас арбитр дает возможность команде смены произвести замены. Передача от голкипера. Опять же, все в зону центрального нападающего. Но здесь стал чуть повнимательнее, скажем так, контролировать длину Олег Базаркин. Смена владеет мячом из боковой. Здесь очень плотно. Здесь сразу борьба. Катанов на Макарова. Макаров пошел. Ставит сопернику плечо. Еще один подкат. Но у самой лицевой. Сохранил мяч Макаров. Успел развернуться. Отдал передачу назад. Правда, немножко не точно. И смена может контратаку организовать. Нельзя здесь давать обыгрывать. Ох, как хорошо вернулся в оборону. По-моему, Егор Бабич сейчас. Да, здорово отработал. Показал, что центральный подающий смены уже прошел Олега Базаркина. Обычно крайне неуступчивого в борьбе. Но там возник как раз Бабич. Катанов. Можно успевать к этому мячу. И нужно. Сохранил.
Цевуй пошел обыгрывать и заработал угловой. Ну, не самое, скажем так. Или все-таки нет, или все-таки от ноги Катанова. Да, от ноги Катанова мяч покинул пределы поля, отворотный, значит, арбитр. Ну, угловой выжить из этого момента был бы, наверное, максимум. Устанавливает мяч вратарь смену на линии штрафной площадки. Готовится, судя по всему, снова отдать сильную передачу вперед. Вот еще чуть назад поставить нужный мяч арбитр сейчас. Что такое? Беседу провел с голкипером насчет грани штрафной площадки. Хороший подбор в центре и удар. Ну, неплохо. В динамике смотрелся очень хорошо и правильно. Катанов развернулся. Мяч лежал у него под правой ногой, с разворота пробил. Ну, не попал в створ ворот, но тем не менее. Атака ударом закончена, можно спокойно перестроиться сейчас. Сейчас в оборону. И опять голкипер команды смена, игнорируя, скажем так, требования арбитра, поставил мяч за пределы штрафной площадки. Ну, арбитр решил воспользоваться дополнительной фишкой, чтобы в последующем вратарь таких ошибок уже не допускал. Ну вот теперь все стало видно намного четче. Концовка первого тайма. 1-0. Родина впереди. Будет смена, сразу потеря. Неплохо. Можно было здесь по левому плану проскочить, но так и начало заработали. Шипиленко туда, в штрафную площадку, в центр. Здесь пока за мяч зацепиться не удалось. Макаров в борьбе. Яковлев. Вот не попробовать можно было и самому, но не получился удар. И снова из ворот выходит Павел Новиков. Решил ногами не играть, мяч немножко подержать в руках. Концовка первого тайма, да, сейчас бы чересчур торопиться Розин, возможно, и не нужно. Ведя в счете уйти на перерыв, получится развить преимущество хорошо, нет, ну, как бы, тоже ничего страшного. Яковлев на правом фланге скорость набирает. Висит у него на плечах соперник, Яковлев отдает передачу Макаров. Вышел из борьбы, удар с носка, такой на протыке уже в падении. Справляется голкипер смены, борется за мяч с соперником Катанов. Аут, аут, аут. Вот только в чью пользу. Нет, здесь арбитр решил все-таки устную беседу провести с Катановым. Сейчас довольно агрессивно вступал в борьбу. Отталкивает себя соперника. Ну, пока, да, устными внушениями руководствуется главный судья этого матча. Ну и нельзя сказать, чтобы какая-то накаленная обстановка. Соперники играют довольно корректно. Явных поводов доставать горчичники у судьи пока не было. Павел Новиков. Вот он, свисток на перерыв. Первый тайм подошел к концу. 1-0. Родина впереди. После небольшой паузы продолжим. Начинается второй тайм матча между командами «Родина» и «Смена». 2012 года рождения, напомним. Коллективы. Зимнее первенство Москвы по футболу. На стадионе «Спартак» здесь проходит игра. Меня по-прежнему зовут Роман Леонтьев. Я сегодня ваш комментатор. И после первого тайма «Родина» впереди 1-0. Здесь мяч на счету Олега Базаркина. Ворота «Родина» дальние от нас с вами. В синей форме играет команда «Смена». В салатной форме идет вперед «Смене». Нужно отыгрываться. Вот контратака. Передача хорошая, но чуть не успевает нападающий к мячу. Это был Катанов. Передачу ему, если не ошибаюсь, отдавал Егор Бабич. Немножко перетасовал сейчас состав Александр Сергеевич Денисенко. В частности, если я не ошибаюсь, на позицию общецентрального нападающего отправился играть Олег Базаркин. Ну, с его голевым чутьем вполне может сыграть и в атаке. Но он после штрафного удара в исполнении Александра Качмазова оказался первым на добивании. И от того счета в этой игре хороший проход по флангу, передача в центр. Здесь защитник смены оказался ближе к мячу. Вроде продолжает атаковать. Ну и если Базаркин выдвинулся вперед в атаку, логично предположить, что на позицию центрального защитника должен был опуститься Иван Хныкин. Перевод.
Яковлевичу. Налево пас. Яковлев дальше. Катанов принимает мяч на фланге. В центр смещается за счет дриблингов. Смотрите, слаломного сейчас. Двоих соперников прошел. Дальше мяч потерял. И дальний удар не получился у Олега Базаркина. Снова небольшой рикошет. Смена пытается мяч в поле сохранить. И это получилось, но сохранили. Правда, для соперника. Но здесь неудачный прием мяча у Мафея Катанова. И потеря. Но вообще похоже, что на позицию центрального защитника на самом деле опустился сейчас Макар Шепеленко. А вот Хныкин играет справа на фланге. Какой разрыв сейчас в обороне. Удар в дальний угол. И вот вам, пожалуйста, вот чем опасна смена. Одна разящая контратака. Провалился сейчас левый фланг обороны у Родины. Фланг Тимофея Яковлева. И там, конечно, классный удар получился. Очень плотный. Дальний угол в притирку со штангой без шансов здесь для Павла Новикова. Очень сложно было выручить свою команду в такой ситуации. Разыгрывает мяч Родин центр поля. Вот такое обескураживающее начало второго тайма. 1-1. Бабич не смог соперника обыграть. Здесь мяч сохранил. Снова пошел в обыгрыш. Опять потерял. Чересчур стали увлекаться индивидуальными действиями. Футболисты Родины атакуют. Смена. Вот момент. Катанов. Центр смещается. Прочитали его замысел соперники. Дальний удар. Мяч в руках у Павла Новикова. Голкипер на месте. И сразу играет на левый фланг Яковлев. Обратная передача Новикову. Не очень удобная. Пришлось мяч выносить вперед. Базаркин снова выигрывает борьбу на втором этаже. Но пока никак не удается мяч взять под контроль и опустить на землю. Еще одна передача вверх. Стало слишком много. Катанов пошел во фланг, обыгрывает соперника. Сам упустил мяч за боковую. Вот так выровняла игру смена, да, вот начало второго тайма. И пока у ворот парней в салатовой форме не было ни одного голевого момента. Сами футболисты смены сумели отыграться и, более того, продолжают атаковать и идут вперед. Заработали вот сейчас еще и опасный штрафной. Внимание на ворота Павла Новикова. Три игрока снова в стенку вставляет Павел. Последует удар. Да, удар последовал, но точно в руке. Голкипер здесь Новиков позицию выбрал правильную. Отдает передачу Хныкину. Хныкин не везет в последнее время Ивану. С его появлением на поле команда пропустил. Но эту ошибку результативную допустил и в предыдущем матче со Спартаком, к сожалению. Так в целом-то защитник, отличающийся надежностью. Вот хорошая атака. Вот момент. Удар. Голкипер отбивает. Ну где же там на дальней штанге второй нападающий? Бабич пробил весьма опасно. Нужно эту атаку закончить еще одним ударом. Родина яростно цепляется за мяч на половине поля соперника. Перевод на крайнем защитнике. Хныкин решил сыграть через дом. Новиков немножко вытянуть смену сюда. Но ничего сейчас для Родины в целом не меняется. Такой же рисунок игры, как и в первом тайме. Снова нужно забивать. Забивать нужно основательно, взять мяч под контроль. А смена пока, в всяком случае, в борьбе абсолютно футболистам Родины не уступает. Показывает Макар Шепеленко, что будет грузить мяч вперед. Но, возможно, отдаст передачу партнеру. Яковлев оказался этим самым партнером. Он отдает пас дальше. Катанов пытается с фланга сместиться в центр. Но вот здесь сразу по Катанову начинают работать два, то и три футболиста. Сейчас их уже четверо. Катанов с мячом так и не расстался. И мяч в итоге у него, собственно, отобрали. За счет численного преимущества отобранял смену. Яковлев снова ищет Катанова. Передача в свободную зону. В такую нужно выскакивать, открываться. Нарушение правил. Яковлев ударил соперник по ногам. Еще один штрафной. Ну, нарушение правил со стороны футболистов Родины стало с начала второго тайма намного больше, нежели в тайме первом. Штрафной удар. Дворот, конечно, далековато, центр поля. Не думаю, что прямым отсюда будет исполнять
10 номер смены, но вот опасную подачу, передачу, штрафную площадку так и есть. И посмотрите, чуть было не успел сейчас нападающий смену к мячу. А почему-то рядом никого из защитников Розин не оказалось. Очень легко проходила такая довольно читаемая передача. Новиков играет вперед. Нападающие смыкаются, но к мячу не успевают. Пас. У смены как раз-таки рисунок игры наладился на самом деле. Стало больше осмысленных передач. Лучше партнеры видят друг друга. Грузины с началом второго тайма это все куда-то пропало. Ну, интересно будет посмотреть. А судя по всему, смена произойдет наверняка сейчас в группе атаки у Родины. Как на флангах сыграют Марк Макаров и Александр Качмазов. Они вообще вдвоем очень неплохо взаимодействуют, несмотря на то, что играют на противоположных флангах. Вот, здорово. Базаркин. С мячом остается, несмотря на то, что не получилось продвинуться вперед. Ну и до удара довести никак. Смотрите, 4-5 защитников у смены, да, и всего 3 подачи в Розину. Нет свободных зон, не получается ни на каком из участков поля создать численное преимущество. Для этого, конечно, нужно чуть быстрее двигать мяч и больше открываться. Футболистам Розина, соответственно, смена. Пока все в обороне делают очень грамотно и правильно во втором тайме. Да и в первом-то не сказать, чтобы команда допускала какие-то грубые ошибки, да. Стандартное положение, штрафной, но Фалинь не в самой, скажем так, опасной близости у своих ворот. Хорошо пробил Качмазов, ну и там чуть не доработали защитники, не справились с добиванием Олега Базаркина, не подстраховали своего вратаря. А в остальном смена ожидания оправдала и статус такого очень неудобного колкого соперника на этом турнире, собственно говоря, тоже. Вот именно в таком ключе смена играла и со Спартаком, и с Локомотивом. И как раз-таки с Локомотивом, напомню, сыграли в ничью 1-1. Спартаковцы же этот коллектив сумели дожать. Посмотрим, получится ли у футболистов Родин. Времени еще достаточно. Более чем. Базаркин. Но вот именно у этой смены, у этой шестерки Родины, будем откровенны, игра пока совсем не получается и не клеится. Хороший переворот, но это передача через центр. Нужно было отдавать сильнее, здесь уже смена могла рассчитывать на быструю контратаку. Нет, мяч выбил чисто Хныкин. Но что-то сказал сопернику вдогонку и получил от арбитра желтую карточку за свои, наверное, не совсем оправданные сейчас эмоции. Куда правильнее было бы уже помочь сопернику подняться с газона. Ну, кстати говоря, аут-то в пользу Розина назначает арбитр штрафную. В этой ситуации исключает. Чистый мяч попал мячом соперника. Здесь еще и желтую карточку заработал. Совершенно не нужно. С боковой. Родина будет вводить мяч в игру. Арбитр продолжает фиксировать горчичник. Ну, теперь можно вводить мяч из боковой. Вперед. Неплохо получилось перебросить мяч через крайнего защитника. И продолжается атака. Угловой. Ну, нужен сейчас, может быть, даже как раз вот этот стандарт. Футболистам Родины не получается ничего конструктивного организовать с игры. Но прострел Бабич на ближнюю штангу защитники смены прочитали. Хороший отбор. А дальше Бабич. Передача в центр и не успевает Катанов буквально на полшага сейчас выскочить на опережение за спины защитника. Шел правильно, двигался в верном направлении и мыслил здорово Катанов. Но чуть не хватило резкости, наверное, ему в этом эпизоде. Но передачу Бабич отдавал зрячий. Смена разыгрывает аут. Мяч у центрального защитника. И вот как-то подослаб прессинг высокий в исполнении Родины. Нет его. Болисты смены стали намного спокойнее разыгрывать мяч низом на своей половине поля. В пользу Родины. И вот сейчас пошли те самые смены
В группе атаки Александр Качмазов, Марк Макаров и Илья Алешин на поле появляются. Притом Алешин, да, на позиции центрального нападающего. Базаркин возвращается в зону центрального защитника. Ну и, наверное, вот в этом исполнении, когда именно Базаркин играет центрального, у Родины в обороне порядка становится побольше. Более того, очень хорошие навыки разыгрывающего у Базаркина. И из обороны в атаку команда начинает выходить качественно. Есть у Олега Базаркина вот это чувство первого паса. Но атакует смена. Здесь не было нарушений правил. Игра плечо в плечо. Передача на ход. Макаров успеет. Нет, здесь защитник ближе к мячу. А вот пользу Родины. Хороший подкат. Да, сейчас в исполнении защитника смены. Сыграл очень правильно. Из боковой. Не получился прием мяча у Марка Макарова. Но опять же, немножко неудобная высота. От колена мяч отскочил за лицевую линию. И отворот. Играет смена. 1-1. Теперь уже делает ближе к середине второго тайма. И начиная, наверное, с этого отрезка, время для Родины будет лететь очень быстро. Но для футболистов смены, для которых, я думаю, по сценарию этой игры ничья была бы неплохим результатом. Не в коем случае не умаляя заслуг этой команды, но действительно соперник все же чуть больше овладеет мячом. Хотя, конечно, если смена продолжит столь же надежно обороняться, еще одной контратаки команде может хватить для того, чтобы и вовсе одержать победу в этом матче. Смена будет ждать своих шансов. И сейчас штрафной. И снова Александр Качмазов. Именно после его стандарта в первом тайме Родина вышла вперед. Можно вводить мяч в игру, показывает арбитр. Есть положенное расстояние, и свисток уже прозвучал. Разбегается Качмазов. Удар. Стенка принимает на себя. Рука, да. Все видит арбитр прекрасно, и нет пока к нему абсолютно никаких вопросов по судейству этого матча. Очень четко работает рефери. Ни один из таких вот действительно эпизодов, где требуется вмешательство арбитра, не ушел от его внимания. Еще один штрафной. Но это опять же та же самая ситуация, как и в первом тайме. Помните, ну, абсолютное дежавю. Тогда пробил Качмазов. Его первый удар. Стенка приняла на себя, и там тоже была игра рукой. И уже с более близкого расстояния Качмазов пробил низом под стенку. Сейчас будет повторять этот трюк или нет? Посмотрим. Разбег Качмазова. А похоже, что нет. Верхом пробил. Но здесь голкипер у Браво. Все прочитал вратарь. И, интересно, не прыгал раньше времени, а, что называется, доработал эпизод на ногах. Переместился в ближнюю девятку и перевел мяч на перекладину ворот. Вообще, сегодня к обоим вратарям пока претензий никаких. И в той ситуации, где смена пропустила, голкипер не смог бы выручить. Ну и в ситуации, когда смена отыгрывалась, удар оказался не берущимся действительно для Павла Новикова. Качмазов. Можно отдать передачу на Тимофея Яковлева. Вот же прям вот эта диагональ напрашивается. Но Качмазов будет подавать. Подача, и не успевает к этому мячу Олег Базаркин. Вот здесь он с позиции центрального защитника пришел выиграть борьбу на втором этаже. И опять же выскакивал навстречу этому мячу, но чуть уходящая траектория получилась для Олега Базаркина. А так вполне мог бы оформлять дубль в этом матче. Ну а пока по-прежнему ничья. Смена возвращается на игру ими более длинными передачами. Свою привычную контратакующую модель. Александр Качмазов на фланге. Владел мячом. Но уйти от подката соперника не удалось. Яу. Пользу Родины. Яковлев из боковой. Яковлев, прошу прощения, наверное, нет. Алешин. Марк Макаров корпус поставил. И передачу отдает. Шепеленко. Да-да, Яковлев. Это именно он с мячом сейчас на правом фланге все-таки играет. Ах, неплохая задумка Александра Качмазова. И сам сейчас расстроился, что не получилось. И мяч прокинул здорово. Так пяткой себе на ход разворачивал соперника. Ну
и защитник тоже в этом результате работал на ногах, и игрок переместился по позиции. Держит оборону смены, и очень сложно пробиться через эти редуты. Но здесь желтая карточка могла бы быть, кстати говоря, Алешину. Явно срывал атаку соперника, цеплял соперника за майку. Ну, и снова отметим работу арбитра. Он очень хорошо перемещался по этому эпизоду. Грамотно выбрал позицию и видел все как на ладони. Смена разыгрывает штрафной. Не самое удачное решение. Удар низом. А соперников здесь перед мячом было много. Но смена атаку продолжит. Теперь уже через правый фланг. Попытка пробиться к воротам Павла Новикова. Хороший отбор. Шепеленко. Что дальше? Не получилось. Затянул, наверное, немножко с передачей на Марка Макарова. Но пока вот выходил из борьбы, перекладывал мяч под удобную ногу, улучшал свою позицию. Но там уже и защитники смены успели пружинить назад в оборону. Еще одна замена произошла у Родины. Сейчас разберемся, кто вышел в игру. Но поле покинул точно Алешин, игравший на позиции центрального нападающего. Вполне вероятно, что Бабич сейчас вернется, отдохнувший Егор Бабич, который настоящий фурор произвел в матче против команды ФШМ. Оформил дубль и сыграл очень остро и полезно. В этом матче пока нет его исполнения такой остроты, но опять же, такие претензии, пожалуй, можно предъявлять ко всем нападающим Родины. А в большей степени это заслуга хорошо обороняющейся команды смены. Не дают должного простора, дают разбежаться. Практически не вот в единоборстве, где один в один, даже если проигрывается, там сразу у смены очень отлаженно работает постраховка. Голкипер с мячом, она вот на линию, сильная передача вперед. Качмазов, к нему мяч отскочил, прием не самый удачный. Обич дальний удар, ну вот, наверное, нужно пробовать, да, с дальних, средних дистанций, если не получается по-другому подобраться к воротам соперника. А вот здесь мяч перелетает через Базаркина, Новиков выходит из ворот. Ох, как рискованно все это было. Ну, конечно, претензии Олегу Базаркину за эту ситуацию предъявил. Да, центральный защитник должен играть по такому мячу, не давать со скоком от газона перелетать за спину. Ну, мяч мог так и в сетку ворот отскочить. Качмазов. Нет, здесь падал сам, без помощи соперников. Смена снова бронялся. И опять за спину прошла передача. Ну, вот тут вернулся. Постраховал Базаркина Шепеленко. А Базаркину приходится выше подниматься, атаки поддерживать. Ну и в таких ситуациях тут из фланговых защитников должен центрального страховать, как вот, собственно, сейчас Шепеленко и поступил. Вот в предыдущем эпизоде этого не сделал никто. Но одного тревожного звонка хватило футболистам Родины. Перестроились. Из боковой играет смен. Вот как раз то, о чем мы говорили. Чуть появляется шанс, смена сразу раскрывается и молниеносно переходит. Придется быть начеку. Мяч в руках у голкипера смены. Последовал очередной неточный дальний удар. А времени до конца матча остается все меньше и меньше. Чуть больше, наверное, 5 минут. Не думаю, что много будет добавлять арбитр. Второй тайм в целом прошел без остановок. К счастью, без травм. Ох, какая ошибка. Опять небольшая паника в обороне у Родины. В центральной зоне. Качмазов. Вот здесь здорово за счет движения корпусом. Ну и вот тут уже не избежать, наверное, желтой карточки защитнику команды смены. Качмазов на газоне. Ну вы сами все прекрасно видели. Так. И потерял амуницию. Судя по всему, защитник соперника наступил Качмазову Александру на пятку. Ну вот, будем надеяться, что Александр Качмазов продолжит игру. Только поговорили о том, что второй тайм проходил без остановок и без травмы. Вот вам, пожалуйста. Ну, как всегда, получается, что комментатор сглазил. Появлялся здесь медицинский работник на поле, но
помощь медика Александру Качмазову не потребовалась. Призывают его. Здесь уже и главный тренер все-таки чуть побыстрее подниматься с газона, если все в порядке, а если нет, произвести замену. Но Качмазов мало того, что готов продолжить игру, так еще и снова сам будет исполнять штрафной удар. Смотрим. Два игрока в стенке у голкипера смены. Но у нас пока активно готовится к началу своего матча вторые составы команд. За этой игрой понаблюдаем чуть позже. Все внимание на концовку этого матча. Качмазов бьет, снова в стенку попадает. Обыгрывает Качмазов. Прокидывает мяч. Опять же во фланг. Снова зарабатывает ау. За боковой. Тимофей Яковлев. Покидает все-таки пределы поля Александр Качмазов. Марк Макаров его меняет. Ну, тяжело, да, прихрамывает. Тяжело продолжать игру. Разыграли мяч хорошо с аута. Яковлев, передача проходит. И здесь за спиной. За спиной защитника оказался Тимофей Катанов. Защитник всячески плечи раздвинул, спину расставил. Не дал Катанову на опережение сыграть. Катанов снова с мячом. Центр смещается. Дает пас на Яковлев. Яковлев попадает мяч ему, защитнику, в ногу и за боковой. Марк Макаров теперь на правом фланге атаки. Вот здесь как раз место Александра Качмазова. Предлагает себя. Здорово. Корпусом отодвинул Марк. Прострел в центр штрафной площадки. Но здесь уже не первый раз нужно опережать. Удар не получается у Егора Бабича. Ну что ж такое. Момент шикарный. Ну и снова, снова и снова приходится отдавать должное защитникам смены. Правильно располагаются, и вот эти прострелы читают здорово. Хорошо именно, хорошо страхуют друг друга. Вот сейчас крайний защитник борьбу Марку Макарову проиграл. Позиция Макарова была хорошая, передачу дал правильно. Вот, посмотрите, очередной подкат. 10-й номер, пока действительно очень приятное впечатление оставляет этот игрок. В составе команды смены и штрафной. Стандартное положение в концовке матча зарабатывает смены. Для такой команды, команды действительно трудолюбивые и упертые, это прекрасный шанс вырубить победу, потому что если сейчас смена забьет, отыграться своему сопернику она уже не позволит. Там на морально-волевых, на зубах, но выстрелит. Штрафной удар. Да, до ворот далековато, да, это будет, скорее всего, подача с фланга, но предыдущую подачу мы помним, насколько легко она проходила, и там считанных сантиметров не хватило нападающему смену, чтобы добраться до мяча. Вот сейчас удар, небольшой рикошет, и мяч все-таки прилетает в руки Павлу Новику, все обошлось, у Родины остается, ну, наверное, минутки полторы для того, чтобы вырвать победу в этом матче, а победа в турнирном плане Родине очень нужна. Снова мяч выбит в аут. Бабич, как-то ему скорости не хватает в этой игре. Все, а вот, собственно, и все. Ничего не добавил арбитр к основному времени второго тайма. Оно истекло и подошло к концу. Матч окончен. Боевая ничья 1-1, которую, ну, пожалуй, футболисты смены все-таки своим, опять же, трудолюбием и старанием в этой игре заслужили. Родине, ну, чуть не хватило изобретательности и креативности в атаке для того, чтобы поставить в тупик столь отлаженную оборону соперника. 1-1. Тем не менее, еще плюс одно очко в копилку Родины на этом турнире. Их становится 4 после 3 матчей. И вся борьба впереди. Спасибо за внимание. После небольшой паузы будем наблюдать за матчем вторых составов Родины и смены. Ну что ж, на стадионе «Спартаковец» начинается матч вторых составов команд «Родина» и «Смена» команды 2012 года рождения. Напомню, первые составы сыграли в ничью 1-1. Ну и давайте, собственно говоря, с «Родиной» познакомлю вас. Состав второй команды «Родина» 2012. Агеев Дамир, номер 23. Андрей Аносов, номер 14. В качестве вратарей заявлены Павел Бакунин и Дмитрий Евдокимов. Но мы видели, что Бакунин может играть и в поле.
Номер 30 Федор Грачев, номер 9 Андрей Костин, номер 5 Марк Ли, номер 18 Роман Малый, номер 6 Михаил Мажухин, 10 Алексей Петерский, 28 Сергей 60. Ну и по ходу, опять же, будем разбираться, кто из футболистов сейчас находится на поле. Вышел на игру в стартовом составе, матч начался. Родина в атаке, хорошая передача, голевой момент, удар и гол. Счет матча открыт, и это Алексей Петерский, 10 номер, с позиции правого крайнего нападающего. Хорошую передачу получил от партнера и очень хладнокровно распорядился своим моментом. Ну что ж, второй состав Родины довольно быстро уже на табло обозначает свое преимущество. 1-0, команда выходит вперед. Ну и вижу, что на позиции правого крайнего защитника играет Андрей Аносов под номером 14. В центральный защитник как раз-таки Роман Малый, номер 18, своим высоким ростом. Номер 9 Андрей Костин играет на позиции центрального нападающего. Ну и вот нам осталось левый фланг теперь рассмотреть. Ну и, собственно, голкипера, конечно же. Родина продолжает атаковать. Хорошая передача. Да, в карман, в коридорчик партнеру, да, но не прочувствовал партнер, что такая передача пройдет. Ну и плюс еще боялся попасть в положение вне игры. Хороший подбор. Петерский играет через партнера. Но это уже Манмалый пошел в атаку. Еще один момент у Петерского. Удар. Голкипер парирует. Но здесь центральный защитник смены на чеку. Мяч, правда, далеко выбить не удалось. Атака продолжается. Аносов с мячом. Передача. Но здесь плечо в плечо игра. Пожестче сыграли футболисты смены в обороне. Неплохо, неплохо. Родина комбинирует. Неплохая атака могла получиться. Пас назад. 23 номер у Дамира Агеева значится в протоколе. Ну, будем предполагать, что именно он действует на левом фланге. Петерский. Хорошая передача в центр. А дальше пас, ну, немножко неправильная передача. А вот здесь ошибается голкипер. И Петерский эту ошибку ему не прощает. Тут же оформляет дубль. Еще трех минут не прошло с начала первого тайма. Уже 2-0. Уже 2-0. Очень-очень уверенное начало. Ну да, вот наставник команды смены призывает не предъявлять претензии голкиперу. Все ошибаются. Ну, нужно поддержать вратаря. Да? Не получилось у него передача. Откровенно, еще один удар. Опасно. Сейчас угрожал артом соперник, пытаясь разглядеть. Ну, вполне возможно, что это был Марк Ли, играющий под номером 5. Разыгрывает мяч смены от своих ворот. И снова ошибается вратарь с передачей. А нет, это Михаил Мажухин был в предыдущем эпизоде. И он же сейчас отправляет третий мяч в ворота смены. Пока очень неуверенно смена действует в обороне. Очередная ошибка, теперь уже коллективная. И счет становится 3-0. И, судя по всему, команда смена замену подготовит. Смотрим сейчас, с чем связана эта пауза. Нет, игра возобновилась. Сильная передача вперед, немножко безадресная. Здесь очень легко этим мячом завладеет Андрей Аносов. Вставляет улицу в линии, обыгрался с вратарем. Передача в центр, а вот и ошибка со стороны Родины. Но, правда, защитники включились, потеря. И вполне возможно, все закончится ударом. И приходится голкипер вступать в игру. Но вступил очень уверенно. И отворот. Передача направо. Аносов. Через центр. Чуть не удалось Костину за мяч зацепиться. Ну, а здесь Агеев на позиции левого крайнего защитника спокойно проводил мяч за боковую. Играет на Мажухин. Мажухин скидывает центр. Костин пошел в дриблинг. Не получилось соперника обыграть. Но тут же Родина мяч себе вернул и тут же потерял. Ошибается пока команда в передачах. Но чуть больше стало единоборств и борьбы. Мажухин не смог соперника обыграть на фланге. Костин откидывает мяч назад. Агеев. Ну, вот давно пора было игру как перевернуть на противоположный фланг. Ну, может быть, не совсем такой передачей, но так или иначе Родина с мячом. И можно продвигаться дальше. Еще один пас. Мажухин слева. Финтит Мажухин. Защитник остался.
ногах позицию сохранил и успел мяч чуть зацепить, выбив его в аут. Смена проводит замену. И чуть ли даже не полноценно всю шестерку полевых игроков сейчас меняет наставник этой команды. 3-0, Родина впереди. Конечно, начало первого тайма для смены получается просто обескураживающе. Родина в атаке. Передача. Немножко не глядя передача, но снова хороший отбор и дальний удар. Но точно в руки голкиперу. Попробовал немножко обострить игру Андрианосов. Сам совершил перехват и решил, что есть у него право самостоятельно эту атаку ударом завершить. И решил абсолютно правильно. Ну, только удар не получился. Аносов на фланге. Мяч сохранил. Питерский. Обыгрался с Костиным. Костин смещается в центр. Одного прошел, второго. Ну, вернуть бы мяч партнеру, но затянулась эта передача. Костин. Питерский пытался играть соперника один в один. Тоже не получилось. Но аут в пользу Родины. Заброс. Вперед. Мажухин. А защитник-то ближе. Оказался к мячу. Вот идет Родина в атаку. Агеев мяч потерял. Обыгрыш у него не получился. И передачу партнеру не смог в этой ситуации отдать. Там была очень высокая плотность. И снова пас на ход. И центральный защитник смены хорошо сейчас сместился. Опять торопится голкипер. Смена отдать передачу. Прям первым же касанием. И допускает потерю. Но в этой ситуации все обошлось. Для команды смена. Отворот. Начинают игру Салатовы. И перевод на левый фланг. Приходится защитнику смещаться назад. Мяч потерял в борьбе с Питерским. Но тут за счет стенки все-таки вышли из-под прессинга. Но по центру там снова уродинный перехват. На левом фланге Агеев. Скидывает мяч назад партнеру. Отсюда можно и пробить, но удар не получается. Однако отскок в пользу нападающего. Это питерский прием получился с отскоком. Далековато в итоге себе мяч отпустил. Но вот здесь правило нарушил Алексей Питерский. На чужой половине поля. Ну, такой с точки зрения стратегии. Да, тактический фол получился правильным. Чуть в начальной фазе сорвал атаку соперника. Вся команда перестроилась, успел вернуться в оборону. Сильная передача вперед. Бедро мяч попадает Костину, отскакивает не совсем удачно, но там Роман Малый, Костин. Дальше пас, вот это хорошо, какая трехходовка, Питерский завершать в дальний угол. И точно в цель. 4-0, хет-трик оформляет Алексей Питерский за первые, ну, буквально 8 минут этого матча. Смену проводит наставник Родины, Александр Сергеевич Денисенко. Смену довольно масштабную, хотя Питерский на поле остается. Ну и посмотрим, кто сейчас войдет в игру. Наверняка в обороне появится, допустим, и Федор Грачев. Может быть, даже кто-то из футболистов первого состава, из тех, кто меньше сыграл в матче. Толчок в спину, конечно, очевиднейший. Нарушение правил, и здесь штрафной удар. Вот, собственно, игравший под 17 номером Илья Алешин, под 8 номером Иван Хныкин. Они не так много игрового времени получили в предыдущем матче, и у них сейчас есть возможность, скажем так, реабилитироваться и максимально полезно себя проявить. Адриан Ли под 15 номером в том числе. Разберем сейчас, кто на какой позиции играет. Ну а пока штрафной удар. Пока штрафной удар. Разбег, удар, чиркнул мяч перекладину. Роман Малый, да, исполнял этот штрафной. Там и Иван Хныкин подключался, бежал к воротам соперника. Но здесь для баллистов смены все обошлось. 4-0, счет остается прежним. Покинул игровой мяч пределы поля. С этим связана небольшая временная заминка, но вот сейчас уже голкипер смены устанавливает его на газон, и готова команда продолжить игру. Передача вперед, перехват Алешина в центре. Мяч, правда, пока сохранить не удалось. Ну и здесь уже Алешин отдавал передачу на Питерского, пас не прошел. Он из редких контратак
могла получиться у смены, но быстро футболисты Розина отобранялись, мяч себе вернули, перевод в центр, здесь потеря. Вот, уже на скорости успел отработать Алешин. Петерский вернулся, помог защитникам. Грамотно соперник сейчас поставил корпус, но тут передача хорошая не получилась. Но здесь уже Хныкин всех растолкал с высоты своего могучего роста. И вот момент голевой, можно забивать, не пожадничал. Передачу отдал партнеру, а кто же это был? И Хныкин опять, посмотрите, какой рывок совершил. Прибежал сюда, чуть-чуть не успел к дальней штанге. А передачу, по-моему, ему Адриан Ли как раз отдавал. Знаешь, под номером 15. Он сейчас действует больше на позиции левого крайнего нападающего. Голкипер выводит мяч в игру. И опять перехват. Теперь уже Алешин. И сам может разобраться в этой ситуации. Но нет. Если одного соперника обыграл, второго уже не получилось. Еще момент для удара. Петерский за покером пошел. Скинул мяч партнеру. Ныкин. Удар в дальний угол. И чуть сейчас дотянулся вратарь до этого мяча. Очень непростой был удар. По уходящей от вратаря траектории двигался мяч. И ушел на угловой. Не вижу пока. Сергей 60-го не появлялся в этой игре. И вот с Федором Грачевым еще тоже нам разобраться. Еще один момент. Удар, который принимает на себя защитник. Это бил Адриан Ли. Неплохо мяч ложился ему на ногу. И здесь уже вступил Адриан Ли в отбор. Заработал аут для своей команды. Алешин. Роман Малый с мячом. Вот передачу. По мысли правильную затеял сейчас Роман Малый, но не исполнил ее технически. Никин пошел в обыгрыш. Малый, ну что-то как-то здесь немножко завозились в центре с мячом. Все-таки доставили его до Адриана Ли. Удар в дальний угол. Рядом со штангой ворот смены проходит мяч. После этого дальнего удара Адриана Ли. Неплохая попытка. Решил не сближаться с голкипером. Наверное, больше не дать возможность защитнику себя догнать. И опять смена разыгрывает мяч от своих ворот. И опять все это заканчивается для команды потерей. Петерский идет выполнять угловой. Он со стартовых минут поле еще не покидал в этом матче. И уже, напомню, отметился хет-триком. Но сейчас может выступить в роли диспетчера. Подача хорошая. Борьба, здесь Хныкин пытался коснуться мяча, но мяч попал в затылок защитнику команды смены и выскочил за лицевую линию. Еще один угловой, теперь уже с противоположного угла площадки будут выполнять футболисты Родины. И Адриан Ли в роли подающего. Тоже неплохая подача. Точно в ногу сейчас Хныкину мяч пришел. Но, похоже, он и сам этого не ожидал. Удар не получился. Главное, вот сейчас вторая попытка. И опять голкипер смены играет хорошо. Он такими действиями исправляет свои предыдущие ошибки, допущенные в начале тайма. Алешин опускается на позицию центрального защитника. Масштабная смена сейчас проходит у Родины. Разыгрывает мяч из-за боковой. Передача неплохо. Смотрите с мячом. Пошел в центр. Вот здесь потери, и нужно вступать в отбор. Ну, что, собственно, и произошло. Смена пытается организовать атаку левым флангом. Здесь троих уже соперников на себя собрал. А нет, вот он, собственно, Сергей 60-м. Появился на поле под номером 28 на позиции правого крайнего нападающего. Ну а закаленный и непобедимый Федор Грачев вышел играть вообще без шапки. Вот так. Еще и чрезвычайно устрашающий сегодня выглядит для своих соперников. А смена и так уже проигрывает 0-4. А тут еще и Федор Грачев без шапки появился. И вот он, собственно говоря, с мячом. Пошел в обыгрыш.
Режим Фединью активирован, но ненадолго. 60 играет назад Алешин. Налево хороший перевод на Адриана Ли. Чуть бы посильнее, передача прошла. Ну, а так успел защитник в подкате дотянуться до мяча. 15 с небольшим минут отыграли команды в первом тайме. 4-0. Родина впереди. Второго состава пока получается все то, что не получилось сегодня у первого состава. Как раз таки к вопросу реализации голевых моментов. 60-й. Очень хочется ему побегать с мячом, но все-таки передачу партнеру отдал. Грачев. Дальний удар. Голкипер на месте. Добивание. Свалился мяч с ноги у Ивана Хныкина. Так уже голкипер, конечно, не успевал вернуться в ворота. И здесь только хорошо бы попасть. Но не попал. Хныкин. От ворот играет смена. 4-0. Ну и мы рассказывали вам сегодня про турнирный путь первого состава «Родины» 2012. Давайте поговорим немножко и про турнирный путь второй команды. В первом туре с ФШМ была зафиксирована боевая ничья. 1-1, к сожалению, во втором туре, равно как и первый состав, уступили московскому «Спартаку». Таким образом, третьим туром всего одну очку потеряли команды. Но вот сегодня похоже, что по набранным очкам опять же с первым составом сравняются. Пока есть все шансы одержать победу в этом матче, да и счет говорит сам за себя 4-0, но расслабляться, естественно, тоже раньше времени нельзя. И вот так дались мячи сопернику тоже нельзя, как сейчас это произошло. Атакует смена. Ну и там ошибку партнера по команде исправляет Федор Грачев, ставит корпус. Один раз, второй, и все-таки провожает мяч за лицевую линию. Отворот. Отработал. Сейчас здорово Грачев за партнера. Поднимает руку голкипера. Ну и, судя по всему, готовится сделать длинную передачу вперед. Или же ждет открывание партнеров по команде. Пытаются делать такие скрещивания, перестановки. У меня складывается ощущение, что все-таки Евдокимов занимает место в воротах Родины, а вот Бакунин в поле появится. Либо уже появился вот под номером 25, вполне вероятно. Ух, какую поперечную передачу затеял Федор Грачев через всю штрафную площадку своей команды. Рискованно. Обошлось. Бакунин пошел в обыгрыш, не хватило немножко ему ширины поля, упустил мяч в аут. И за боковой играет смен. Здесь 20 номер готовится вводить мяч в игру. У смены, как мы обращали внимание, тоже полноценно сменился состав. И вот эта шестерка действует, ну, пока, во всяком случае, чуть поинтереснее. Уже несколько таких подходов организовали к воротам соперника. До голевых моментов пусть дело и не дошло, но все же. Уже, видите, хоть что-то получается. Передача, 60-й. Ну, вот здесь может использовать свою скорость. Смещается в центр, остается с мячом, собирает на себя двоих, но опять же остается с мячом, продвинулся дальше, 60-й. Долго, очень долго сейчас не отдал никому из партнеров передачу. Грачев, дальний удар Федора Грачева, ну, Федя сегодня нацелен на ворота соперника. С любых позиций готовится бить, а где-то бьет даже и без подготовки. Очередная смена проходит у второго состава Родины, пока Сергей 60-й готовится выполнять подачу с углового, либо разыграет мяч с партнером на коротке. Можно, да, показывает арбитр. 60 играет назад. Бакунин. Скидка под удар. Ну-ка, вот здесь друг другу, мне кажется, даже немножко помешали сейчас футболисты Родины. Грачев был на хорошей ударной позиции, но выскочил партнер по команде, вырос перед ним, и бить в касание уже было неудобно. Не прошла передача Грачева, но тут же Родина вступает в отбор. 60-й с мячом. Заигрался, и могла получиться контратака. Постраховал его сейчас защитник. Да, нередко берет игру на себя. Действует очень смело, но рискует, когда вот так смещается в центр. Крайние защитники растягиваются широко. И вот в этой зоне потерять мяч можно. Можно получить очень опасную контратаку на свои ворота. Заключительные 5 минут стартовали в первом тайме этого матча. 4-0. Родина впереди. Пока
Команда контролирует игру и ситуацию. Грачев, передача голкиперу. Немножко эту передачу, скажем так, вратарь проспал. Но мяч остался в поле. 60-й. Хорошо сместился в центр. Пас вперед. Бакунин. Можно было убегать, но не получилось. 60-й с мячом. Нет, оставил правую водную часть за боковой партнера все-таки. По команде пятый номер — это Марк Ли. Падение, здесь все чисто. Подал на мяче. 60-й. Пас на ход. Ну-ка. Борется, борется за мяч. 60 до конца. И посмотрите, уже у самой лицевой. Но все-таки, да, чуть с нарушением правил показывает судья, что Сергей подталкивал локтем соперника в спину. Имело место это быть. И во втором уже матче к ряду, на самом деле, отмечаем довольно уверенную и спокойную работу арбитра этой встречи. Касание рукой. Опять же, судья рядом. Позицию занимает такую, что ну, не уходят эти моменты от его зоркого взгляда. Штрафной удар. У смены шанс. Центр штрафной площадки прям на подступах. Мяч. Пытаются нападающие смены за него зацепиться и закончить эту атаку ударом. Родина отобранялась тут же. Защитники повырастали перед мячом. И аут в пользу Салатова. Мяч в руках у вратаря. Не самый удачный заброс с аута. Ну и Евдокимов снова смотрит на партнеров. А не стал ничего придумать. Опустил мяч на газон. И вот здесь с крайним защитником обыгрался. Получает обратную передачу Евдокимов. Снова возвращает мяч. Вот это уже может быть немножко лишнего. Да, и пространства-то не хватило под прессингом сопернику. Угловой. Сами себе сейчас футболисты Родины привезли. Но опять же и смена активно в прессинг пошла на чужой половине поля. Возможно, даже впервые в этом матче. Подача. Перелетает мяч через Грачева. Но борьба здесь только начинается. Грачев ставит корпус. Мячом завладел. Пас во фланг. Там Бакунин пытается убежать. Немножко не хватает ему стартовой скорости. И потеря. Ну и команда смены опять меняет шестерку полевых игроков в концовке первого тайма. Но может быть сейчас наставник смены чувствует, что есть момент, где и оппонент чуть подустал. Вот в этой концовке за счет свежей так называемой струи, да, попробует все-таки по оборону Родины взломать. Посмотрим, получится ли. 4-0. Счет прежний. И Родина пытается перейти в атаку. Левым флангом эта атака разворачивалась. Эх, и вроде бы на бровке мяч сохранил. Игрок сначала думал, что уже арбитр зафиксирует аут. Пробросил себе на ход слишком сильно. И упустил зальцевую линию. А момент мог получиться весьма и весьма перспективным. Там уже и как-то защитники смены тоже выключились из борьбы. Отворот. Играет голкипер. Команда смена. Дает передачу. Очередной перехват. Это Грачев. 60-й. Пас в направлении партнера. Самый точный. Там, по-моему, Дамир Агеев как раз на фланге боролся за мяч. Передача в разрез. Хорошо. 60-й обыграть. Агеев. Ну-ка, выход 1-1. Ах, обыграл, казалось бы, уже голкипера, но сам падал через ногу вратаря. И мяч отскочил в Дамира Агеева и ушел за пределы поля. Момент был неплохой, можно было пятый забивать. 4-0 в конце первого тайма. Грачев. Нет, здесь не было игры рукой, по мнению судьи. 60-й. Ну и вот, собственно говоря, еще одно из качеств этого арбитра – пунктуальность. 25 минут позади, свисток на перерыв. 4-0. Родина пока ведет в этом матче и ждем начала второго тайма.
Все готово к началу второго тайма матча между командами «Родина» и «Смена». Первенство Москвы, зимнее, соответственно, первенство среди команд 2012 года рождения, крупная лига. После первого тайма «Родина» своего соперника переиграла со счетом 4-0. Фланком развивается атака «Родины», Мажукин с мячом. В начале этого матча появился в стартовом составе вместе с Андреем Костиным и Алексеем Петерским. Петерский в этой игре уже оформил хет-трик. Еще один гол на счету Михаила Мажухина. 4-0. Напомню, «Родина» впереди. На позиции центрального защитника под 18 номером снова игру начинает Роман Малый. Ну и вот у нас, видимо, все-таки два 23-х номера продолжают играть у «Родина». Одного из них идентифицировать, скажем так, пока не могу. Вторым является Амир Агеев. Играет в гибридной группе атаки. Вот левый крайний защитник. Мне пока не совсем понятно, кто действует на этой позиции. Павел Бакунин, либо еще кто-то из его партнеров по команде. Но не будем гадать. Дмитрий Евдоким в воротах. Он. Передача в центр, а там нет никого из партнеров. Потеря, смены идет в атаку, но Малый оказался первым на мяче. И хорошая передача. Нет положения вне игры. Или все-таки есть? А есть офсайд, да. Фиксирует его арбитр. Неплохо нападающий смен сейчас перебрасывал мяч через Евдокиму. Створ ворот, правда, не попал, но тем не менее. Евдокимов с мячом. Перевод направо. Здесь не разобрались. Два защитника, кто должен играть по мячу? Малый или все-таки Аносов? Аносов пошел вперед, мяч потерял. По 14 номерам играет Андрей. Передача чуть назад. А здесь уже высокий прессинг идет. «Родина». Последовал дальний удар, но удар несложный для Евдокимова. Спокойно мячом завладел. Перевод на левый фланг защитнику. Обратная передача. И снова пас на фланг. Что здесь показывает арбитр? Нарушение правил? А, нет, аут. Аут в пользу смены. Покинул мяч в пределы поля. За боковой. Футболисты смены вводят мяч в игру. Здесь Костин мог сейчас убежать, если бы чуть пораньше рванул за этим мячом. Снова неплохая ситуация у Костина. Передача прошла на партнера. Петерский справа. На правом фланге пытается обыгрывать сам. Пришлось поделиться все-таки мячом с партнером. Малый пошел в обыгрыш. Скидка партнера под удар. И удар. Неплохой с правой ноги. Голкипер отбивает мяч перед собой. Добивание. Добивание. И мяч попадает в сетку с внешней стороны. Или все-таки касался мяча голкипер? Нет, арбитр показывает, что вратарь мяча не касался и назначает удар от ворот. Разводит Петерский руками. Нет, все-таки арбитр, видимо, поменял свое решение. Угловой назначил. Прострел. Сейчас рикошет, и может получиться выход один на один с Евдокимовым. Он очень здорово отработал в обороне Аносов. Вернулся по своему флангу, поставил сопернику корпус, но мяч вратарю сейчас отбросил немножко небрежно. Пришлось Евдокимову выбивать снаряд за боковую линию. И аут. Аут играет команда «Смена». Нет, все-таки это был угловой. Подача, но точно в руки Евдокиму. Снова борьба. Костин вышел из этой борьбы. Сохранил мяч для своей команды. Евдокимов не побоялся играть через центр. Костин в касании неточного направления Романа Малого. Петерский на фланге. И вот сейчас опять чуть пошире бы перевернуть игру. Да, хороший перевод налево. Мажухин в центр. Костин чуть не успевает. Мажухин. Классная передача. Набирает Мажухин скорость. Рвется по левому флангу.
смещается в центр. И удар из-под защитника в ближний угол. Неплохая задумка. Чуть не получился удар у Михаила. 5 минут второго тайма соперники оставили позади. Счет прежний 4-0. И в втором тайме пока без забитых мячей. Сильная передача вперед. Роман Мал играет на опережение. Скидка. Это, по-моему, у нас уже на левый фланг успел выскочить Адриан Ли. Здесь нападающий смены, конечно, заплел ноги Андрея Аносу в этой борьбе. Аносов вставил корпус и оказался на газоне. Штрафной удар. Разыграет Родина со своей половины поля. Сильная передача вперед. Здесь не точно. Евдокимов должен вступить в игру. Пас направо. Передача в разрез. Хорошо. Костин дальше. Эффектная комбинация. Вон такую бы завершить, взять и ворот прострел. И чуть не успел сейчас, по-моему, нападающий опередить голкипера. Но атака продолжается. Еще один перевод на фланг. Но вот здесь уже смена числом, количеством отобранялась. И в контратаку пошли футболисты в салатовой форме. Неплохой дриблинг. Двойное падение футболистов смены. Правда, команда с мячом осталась. Аносов снова на опережение выскочил. Петерский справа. Прокинул мяч себе на ход. Защитника оббежать сил уже не хватило. Прессинг высокий. Пошли футболисты Родины на чужой половине поля. Перевод налево. И мяч предательски пролетел под ногой левого крайнего защитника. И вышел в аут. Снова замена у соперника. Полноценную шестерку опять же меняют Салатовы. Наставник смены в этом плане остается верен себе. Точные замены не производит. Ну, вот у Александра Сергеевича Денисенко немножко другая пока методика. Либо группа атаки меняет, либо, соответственно, трех защитников, либо вообще выдергивает по одному, что называется. В том числе и делает позиционные перестановки, как и в первом матче мы видели на примере того же Олега Базаркина, который успел поиграть и центрального защитника, и центрального нападающего. И за боковой. Стен проталкивал мяч вперед. Костин идет дальше. Ну, здесь защитник решил не оставлять мяч своему голкиперу, хотя голкипер играл с голосом в этой ситуации. Я подсказывал, но уже пошел в подкат ранее. Защитник остановиться, видимо, не получалось. 9-я минута второго тайма. Счет прежний, 4-0. Да, немножко потерял темп игра, но, в принципе, с точки зрения Родины, это, наверное, ожидаемо. Преимущество комфортное есть. Команда событий не форсирует. Вот хороший отбор. Костин удар, но удар получился точно в руки голкиперу у Костина сейчас. И снова подбор в центре. Борис Менес сохранил мяч. В падении уже в поле сохранил, но там дальше мяч пересек линию. А вот разыграли футболисты Родины. Мажухин разворачивается. Снова утыкается в соперника. Никак из этого левого угла площадки светло-синие не могут выбраться. Ну и после очередного прострела заработали угловой. Посмотрим за розыгрышем стандартного положения. Разыграли на коротке. Хороший проход по лицевой. Передача. Осталось только завершающего удара дождаться. Удар и мяч после небольшого рикошета влетает в сетку ворот. Ну вот, собственно говоря, с очередной попытки добился успеха и Роман Малый. Центральный защитник команды и самый рослый, я думаю, игрок в этом составе Родины. Пробил с левой ноги, так даже немножко с носка, по-моему. И счет становится 5-0. Скрыли все-таки оборону соперника футболиста Родины и во втором тайме. И продолжает команда атаковать. Костин, передача направо. Петерский, удар в ближний угол. Но почему же в ближний? Там, конечно,
как казалось, дальний был уже совершенно открыт. Не получается никак у Алексея Питерского оформить покер. Атакует Родина снова. Ну, здесь уже и Евдокимов в центре поля завладел мячом. Носов через правый фланг. Хорошая стенка получается. Питерский успеет, успевает. И передача. Хорошо. Отдавал правильно под второй темп. Еще один удар в ближний угол. И гол. 6-0. Ну вот, пошло-поехало. Автором этого забитого мяча, как мне кажется, становится крайний правый защитник Андрей Анос. Вот такие два результативных подключения в коротком отрезке. Центрального защитника Малого и теперь уже крайнего правого Аноса. И 6-0. Оборона у Родины пошла в атаку. Ось снова хорошо за мяч поборолся. Толчок в спину. И здесь, конечно, штрафной удар. В очень опасной близости от ворот. Хотел сказать, дайте с левой ноги решить Александру Качмазову, но он за первый состав уже отыграл. Во втором составе есть, на самом деле, свои исполнители стандартных положений. И вот, собственно, Костин у мяча. Ну, сам заработал, сам, что называется, имеет право попробовать исполнить. Смотрим. Костин, разбег, удар, подстенку. Ух ты! Как филигранно! Закатил мяч низом в дальний угол сейчас Андрей Костин. Счет становится 7-0. Вот так вроде бы держалась смена во втором тайме, но за очень короткий промежуток пропустила команда 3 мяча. Но гол великолепнейший получился у Костина. И видим, что совершенно не зря он подходил к мячу в этом моменте. 7-0. Расстроен, конечно, голкипер смены. Равно как и вся команда. Но вот здесь, повторюсь, у второго состава Родины залетает сегодня все то, что, может быть, не залетало в предыдущих матчах двух составов вместе взятых. И речь не только о сегодняшних поединках. Потеряли мяч футболисты Родины на фланге. Тут же вступает в отбор. Продолжается атака, передача в центр. Там уже центральный позиционный защитник Роман Малый даже не боится подключаться, находясь вообще в районе 6-7-метровой отметки. Да, 6 метров все-таки в таком футболе исполняют команды пенальти в формате 6+1. Борьба на фланге, ставит защитник корпус, очень хорошо и грамотно, Малый. Здесь Малый чуть не ошибся. Евдокимов на фланг, правильно, там есть партнер. Было нарушение правил, но Родина остается с мячом. Не стал арбитр останавливать игру. 14-я минута. Евдокимов, передача во фланг. Питерский на скорости уходит. Здорово. Питерский рвется дальше к воротам соперника. Момент. Ну, сам все хотел решить в этой ситуации. Вот этот свой скоростной проход. Молниеносный просто. Завершить еще и взять им ворот. Но пробил с левой ноги точно во вратаря. У Родины тоже проходит масштабная смена. Не всей полевой шестерки игроков, но достаточного количества, мне кажется, из первого состава разве что только Роман Малый, может быть, остался в игре. И то не факт. Грачев с мячом. Передача у Федора не получилась. Тем не менее, отобранялись. Пошел вперед Дамир Агеев. Его здесь оттеснили от мяча. И нарушение правил со стороны футболистов Родины. Разводит руками Федор Грачев, но фалил, по-моему, и не он. Как раз Агеев подталкивал соперника в спину. Оставляет мяч Грачев сопернику. Ну и вот есть шанс у смены. Называется, на гол престижно играть. Удар в ближний угол. Евдокимов на месте. Не сильный удар.
И, конечно, такие мячи в ближнем углу вратарь должен намертво забирать, что и произошло. Грачев не очень-то удобно откинул мяч сейчас назад своему голкиперу, и передача не получилась во фланг. Засуетился Федор в не самой-то сложной ситуации. И все закончилось потерей мяча для команды. За боковой. Передача на опережение. Хорошо выскакивает, если я не ошибаюсь, это Бакунин. А может быть и нет. Вы знаете, вообще 25 номер полевой был все-таки у Павла Новикова. А Бакунин, наверное, вот под 23 номером играет на левом фланге обороны. Вполне возможно, Павел Новиков как раз таки во втором матче получил шанс проявить себя в роли нападающего. Мы знаем, что помимо всех вратарских качеств и навыков, он еще и в поле может неплохо действовать. Евдокимов, передача. Пас дальше в разрез, хорошая передача, и можно завершать эту атаку уже ударом, но в падении. Сейчас тянулся за мячом нападающий. Было неудобно. Так или иначе, все-таки угловой Родина зарабатывает. 7-0 по-прежнему. 17-я минута. Подача. Мяч в руках у вратаря. Шла подача на ближнюю штангу. Сыграл по мячу. Подкат. Хорошо. А дальше кому пас отдавать? И вот момент. Удар и точно в руки вратарю. Если я не ошибаюсь, бил Адриан Ли. 11 номер сейчас играет у Родины на позиции центрального защитника. Но если судить по предыдущим, скажем так, протоколам, сейчас я посмотрю, уточню информацию. Пока у нас очередная пауза и остановка в этом матче. За 11 номером действовал Артем Лукин. На предыдущих матчах, во всяком случае. С боковой. Грачев. Хорошо. Сейчас мяч у соперника отвоевал. Лукин брал мяч под себя. Вернул назад своему голкиперу Евдокимов. Ох, в недодачу пас. Может наказать смена сейчас соперника. Подкат Федора Грачева. Но, честно говоря, помешал он седьмому номеру. Помешал. Зрячий удар. Агеев. Грачев. Мяч не остановил. И удар в ближний угол. Ну вот несколько опасных атак в исполнении смены. В то время как у Родины пока некая цельность в игре пропала. Агеев. Касание на Грачева. Чуть небрежно. Не удалось Дамиру Агееву жестко поставить стопу, чтобы выполнить эту передачу. Мяч прокатился по ноге и ушел в сторону. Вот партнер. Заброс мяча вперед. Павел Новиков. Грачев выбил мяч на угловой. Не самый сегодня пока лучшая игра в исполнении Федора Грачева. Во всяком случае, этот матч он начинал активнее и хорошо к атакам подключался. Было даже два опасных дальних удара в его исполнении. Вот во втором тайме пока все-таки больше уже суеты. Главой. На коротке разыграли. Баллисты смены. Ну, а здесь Лукин. Перевод направо. Поднимается с позиции правого крайнего защитника Маркли. А там на позиции правого крайнего нападающего Сергея 60-го. Со своей техникой, скоростью. Хорошо разобрался с двумя, с тремя, четвертого на себя собрал. Но опять в очередной раз затягивает Сергей с передачей. Евдокимов. Прессингует соперник. Приходится играть с защитником. Пас в недодачу. Потеря. Но рано или поздно смена. Вот за такую уже некую, наверное, даже вальяжность в оборонительных действиях может Родину наказать. 7-0. Счет прежний.
угловой. Ворот Дмитрия Евдокимова. Дача Марк Ли. Мяч от его колена отскакивает вперед. И аут. И опять нервничает Федор Грачев. Хотя мяч должен остаться у Родины. Собственно говоря, сам Грачев уводит его теперь в игру за боковой. Лукин. Перевод направо. Марк Ли с мячом. Пас по флангу 60-й. Выскакивал на опережение, но там очень плохо с ним играл левый крайний защитник команды «Смен». Пас назад. Кин, передача на фланг, 60-й. И снова не находит адресатов для передачи. Грачев. Хорошо. Через центр. И сам пошел открываться. И обратный пас получил, но уже немножко в неудобную ногу, что называется. Тем не менее, атака продолжается. Это Марк Ли пошел обыгрывать. Даже попытался пробить с левой ноги. Очередная потеря. 60-й бьет. Прицельный подготовленный удар, но успевает на пути мяча возникнуть защитник команды «Смена». Правым флангом продолжает развиваться атака Родины. Аут в пользу синих показывает рефери Грачев. Пошел уже на позицию центрального нападающего. Такой блуждающий нападающий. Тем временем последние 5 минут во втором тайме этого матча стартовали. Там по лицу достал Сергею 60-му в борьбе с защитником соперника. Останавливает игру в связи с этим арбитр. И хочет посмотреть, нет ли там кровотечения, соответственно, у Сергея 60-го. Если есть, то вполне возможно потребует Сергею замен. Но нет, все обошлось. Ну и, кстати говоря, угловым ударом-то здесь все и не закончилось. От ворот играет смена. Неплохо. И вот момент. Передача на дальнюю штангу, а там два игрока. Удар. Ох, как вбегал сейчас 60-й. Но и отдадим должное голкиперу смены в этой ситуации. Он выручил свою команду. Удар уже был по пустым воротам. Евдокимов не рискнул играть руками. Побоялся, что выйдет за пределы штрафной площадки. Грачев в борьбе с соперником нарушает правила. И тут же Федор Грачев вырастает перед мячом. Ну, по сигналу, конечно, смену попросит разыграть штрафной. Снова вернулось солнце на стадион. Спартак ведь вылетел. Ну и смотрим. Удар в ближний угол, но здесь защитник на месте. Это 25-й номер. Ну, я предположил, что по 25-му номеру может играть Павел Новиков, но мне не хочется ошибиться в этой ситуации. Думаю, что все-таки нет. Ну да ладно. Не будем гадать, будем смотреть за игрой. И Лукин. Передача вратарю Евдокимов. А зачем во фланг обратно? Только вылезли оттуда партнеры. И в центре был 60-й совершенно один предлагался. Можно было перевернуть. А так только вышли из борьбы и обратно в эту же зону, в борьбу опять передача. Тяжело так, конечно, сохранять мяч. Смена в атаке. Грачев вот здесь пока играет чисто, здорово работает. Ну зачем-то опять Федор предпочел не остаться на мяче, а вступить вот в этот вот плотный контакт с соперником. Не хватает ему немножко накала вот этих страстей, и старается он их придумать даже в матче, где, ну, счет, наверное, совсем не располагает к этому. Марк Ли. 7-0, казалось, все спокойно, взять мяч под контроль и поиграть в футбол. Но нет, хочется же еще немножко адреналина и драйва, и каких-то таких эмоций с этим связанных. Марк Ли, боковой. Ну что ж, осталось футболистам Родины еще во втором тайме повторить, скажем так, успех тайма первого, в течение которого ворот соперника были отправлены 4 мяча.
Мусмине надо отдать должное. Команда играет до конца, борется, не сдается, невзирая на счет. Ох, 60-й. Ох, что делает. И забить еще. Ну, умница. Все, вот, собственно говоря, как и заказывали. Сергей, 60-й. На радости и на загляденье Владимира Викторовича Арутюнова. Там на трибуне сегодня переживает за своих подопечных, также за своих воспитанников. Конечно, сейчас восхитился вот этим проходом и этим забитым мячом. 8-0, собственно говоря, два абсолютно одинаковых тайма провели футболисты второго состава Родины, разгромили своего соперника, в какой-то степени, наверное, даже отомстили за первый состав, которому обыграть смену не удалось. С вами был Роман Леонтьев. Спасибо за внимание. Второй состав с победой, с первой победой на турнире. Ну, а первый состав Родины, что ж, надо поднажать в следующих матчах. Соперники впереди очень и очень интересные. Нужно набирать очки и выходить в финальный раунд зимнего первенства Москвы. Увидимся и услышимся с вами теперь уже на следующих выходных на стадионе «Спартаковец». Но и пожелаем удачи ребятам. Берегите себя. До новых встреч. Пока-пока.